Зима ще повністю не вступила у свої права. В Дніпрі вже підготувалися до льодового сезону. Вже завтра ось тут, на площі Героїв Майдану, відкриють ковзанку. За традицією, це одне з найулюбленіших місць для мешканців нашого міста. Та чи вміють дніпряни триматися на ковзанах, дізнаємося у наших народних експертів. Ви вмієте триматися на ковзанах? Тут коли... Ні, молодості, зараз забили все. Як плани? Получится, придем. А какое это ощущение на открытом воздухе кататься, чем в зале? Есть разница? Да, дышать легче намного. Ну, в зале воздух более такой ледянистый, тут ветер обычный, и все. Умеете кататься на коньках? Нет, не умею. Спасибо. Вы умеете кататься на коньках? Нет. Нет. А здесь были когда-нибудь? Нет, потому что не умеем. Но надо учиться уже пора. Ну, как-нибудь. Возможно, зимой придем. Когда сделают это все, придем. Покатаемся с семьей. А если еще для детей будут, было бы хорошо. Классно то, что на улице открытое помещение. И очень можно подышать свежим воздухом и прокатиться на коньках. В принципе, очень классно. Ну, конечно, придем, как откроют, придем. Вы умеете кататься на коньках? Да. Вы катаетесь на коньках? Нет, не катаемся. Умеете кататься на коньках? Я нет. А я чуть-чуть. Когда-то были здесь, ни разу не были? Дочка наша здесь катается, да. Нравится нам. Ну, праздничная атмосфера, тут хороший каток. Девушка, вы катаетесь на коньках? А, так, умею. Це класно, це драйвово, це круто, особливо з друзями класно провести час, це прям класно. Ви не катаєтесь на коньках? Ну, рідко. Да, рідко. Да, катаєшся на коньках, ти чувствуєш себе как бы свободной птичкой какой-то. На ковзанах ні. Не вмію кататися. Мені нравится здесь бути з моїми дітьми і наслаждаемся на открытом воздухе, чувствуется новогодняя атмосфера, семейная какая-то, семейное времяпровождение. Ну, приятно. Вы приятно, как? Что у нас в городе есть такое. Здрасте. Вы умеете кататься на коньках? Да, я люблю коньки. Это дает невероятный заряд позитива, так как я люблю кататься на коньках и на роликах. Тем более, если еще позовешь своих людей, то ты получишь максимальное удовольствие проведения вечера здесь. Красивый город, огни. По-моему, это здорово, нет?